Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Xiaomi Mi 11i. И в данном видеоролике мы вам покажем, как войти в безопасный режим на данном телефоне. Сперва нам нужно его выключить. Зажимаем кнопку питания, нажимаем выключение. После того, как, соответственно, мы выключили наш телефон, включаем его. После того, как у нас нажимается включение, зажимаем кнопку уменьшения громкости. Пока у нас не появится анимированное лого, тогда мы нажимаем кнопку уменьшения громкости еще раз, после чего нас должно закинуть в безопасный режим. Как видели, мы в него попали. Здесь у нас есть данная надпись. Чтобы выйти с данного режима, мы зажимаем кнопку питания и просто перезагружаем наш телефон. После чего наше устройство будет включено в обычном режиме. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!